Добрый день, это джинсы мужские крем качества, Швейцария. Итак, первые идут Zara Men, да, у них 32 размер, 32 рост. Состояние у них отличное, на болтах. Дальше идет H&M 31 размер, они, по-моему, новые. Немножко с пропиткой. 30-32 со стрейчем от C&A на болтах. Так, это здесь размер 50 на болтах. Лакшери, да? Так, что это? Размер 36-34 на замке. Состояние нового. Макс Зеда. Размер 52. Они немножко на стрейч. А дырки здесь зашиты. Просто имитация дырок. Так, это Хьюго Босс. Размер... Так, размер непонятен. Ну, это классика от Hugo Boss. Replay на замке, немножко стрейч. Ростовка высокая, размер где-то 30. Эти тоже стрейч на болтах. Так, размер, ростовка нормальная. Так, здесь... Настоящая дырка, закрытая карманом. Все, в других местах нету. Бенетон скини. Непонятно, но они где-то 30 размер. Так, Джек Джонс. Еще один Джек Джонс, 28-32, немножко стрейч на болтах. Массимо Дути на замке, размер большой и ростовка большая. Бершка, 46 размер, они стрейч, дырки, да, вот они присутствуют. И, кстати, на колени большая, замки идут по низу. Бершка. Рост высокий. Дизель 36-32 на болтах. Клокхаус на болтах. Где-то 33-32. H&M Slim на болтах. Ну, то есть, вот эти джинсы, они точно не рабочий вариант, не для работы имеется в виду. Здесь зашиты дырки, то есть, вот она только здесь. Здесь они, получаются декоративные. Так, 32 размер. Zara Men, 44 размер, 34, необработанные концы. Края здесь реально, то есть не фикция, на замке. Здесь идут болты, размер не меньше, чем 34, так же, как и ростовка. 44 на болтах. Warren Weber, дырки настоящие, без, это не имитация, на болтах, 32-46, Warren Weber. Так, вторая пучка с этого же лота, здесь на болтах, это H&M. H&M.
вся информация об этом лоте на болтах всплывет в виде окошка, где написано 32-34, где написано вес лота, сколько тут единиц, стоимость единицы. И если вы нажмете на название на замке, на название этого товара, на замке, они все немножко стрейч, чуть-чуть стрейч. На замке 38-30, это вёгел. Тридцать два, тридцать четыре. Том Тейлор. Пауль Бир на болтах. Так, по размеру все тут выварено, варенки, что ли. Так, на болтах. Пауль Бир. Зара Мэн. Немножко резинки внизу. 32 размер с высокой талией на замке, укороченный модель. И последняя, это 33-32. Итак, это были джинсы мужские, крем Швейцария.